запись пошла. GPS я включил, точно помню. Батарейки хватает на 25-30 минут засек. В принципе, не густо. Также при колыханиях серьезных надо настроить, там есть чувствительность и настройка. Короче, при серьезных колупаниях запись останавливается и сохраняет последний фрагмент. Аппаратец. Вот, например, когда я полицейского лежачего проезжал, он взял и выключился, хотя батарейки еще было полно. Я, правда, подумал, что это вот аккумулятор кончился. Оп-оп. Это у нас шумовые полосы в Калининграде. Каждый метр в 500 понавтыкали. Как бы опасных участках. Ну, говорят, эффективно. Если хоть одну жизнь это спасло, то пусть будут. Машины разваливаются. Будьте здрасте. Регистратор отличный, мне кажется, ночью тоже приличнее. Я еще не видел, что кто-то снимал. Километров в час. Почему-то. Ну, потому что, наверное, никуда не тороплюсь. Так. Думаю, пора мне разворачиваться и ехать домой. Думаю, тестирования достаточно. Аппарата. Город Калининград, 22 февраля. Такая вот у нас зима.
вштырило меня в 3 часа ночи вот взять и покататься пойти. Подумал я, что обзор без ночной съемки будет никому не интересен, скорее всего. А так как сон у меня сбился, могу я по ночам спать. Решил я покататься. Где только что протестирование из ЗОПа, ЗП, СМСОП. Да-да, ребята, подписывайтесь. Очень хочется хлеб не просто, а с маслом кушать. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Это приносит немножечко больше денег с каждым днем. Возможно, я смогу заняться целиком, посвятить время обзорам и чате на всякие различные, а также Android приложений. Спасибо всем, кто давно подписался, комментирует, помогает мне. Особенно тем, кто в социальных сетях постит мое видео и на форумах различных упоминает. Это просто респект, ребята, вообще. Огромное спасибо.